Готовлю легкий салат с пекинской капустой. Пекинку нарезаю довольно крупно. Вместо пекинки сюда отлично подойдет айсберг. Так как не сезон, огурец магазинный, довольно водянистый, поэтому избавляюсь от средней водянистой части, а более плотную часть нарезаю кубиком. Довольно мелко нарезаю некрупную луковицу. Лук предварительно не мариную, но немного приминаю пальцами. Малосоленую рыбку тоже нарезаю некрупным кубиком. Добавляю кукурузу, перчу. Заправляю все немного растительным маслом и перемешиваю. Салат получается очень легкий, может употребляться как самостоятельное блюдо, а также как гарнир.